Александр Александрович, расскажите, где мы сейчас находимся, что это за поле, сколько здесь всего гектар у вас? Здесь горчица, посеяна горчица белая, вот можно уже видеть, что она уже практически подошла, уже основной ствол, вот, им уже на 50% сухой, то есть буквально через 1-2 дня здесь можно приступить к уборке горчицы. Здесь поле, оно разделено как бы посадками. Здесь массив основной, 780 гектаров горчицы. Вот горчица белая, хороший травостой, как бы довольно-таки чистое поле. Все мероприятия по уходу средств защиты, минеральные удобрения, как бы диссекацию здесь было проведено. Ну, планирую здесь собрать неплохой урожай. Что еще такое скажете про горчицу? Горчица не легла, то есть если мы видели, на одном поле горчица как бы заваливалась уже, там немного с азотными удобрениями был перебор. Здесь как бы все в норме, никаких таких особых не видно патологий и не видно, что горчица лежит. То есть уборка должна пройти легко. Все ясненько. Все, сейчас мы посмотрим. Это вот поля с горчицей. До самого вот того леска, да, получается? Там раз, два, три лесопосадки. Еще вот за этой. То есть за лесопосадкой, да? Да, да, да. Вот здесь 780 гектаров за лесопосадкой, там еще одно поле 360 гектар. Угу. И напротив небольшое 42 гектара.